9 апреля в зале заседаний районной администрации прошли депутатские слушания. На повестке дня вопрос о реализации питания школьников в образовательных учреждениях. Депутаты заслушали доклад начальника управления образования Любови Масько. Она подробно рассказала о питании учащихся, их меню и состоянии пищеблоков школ. В рамках федерального национального проекта с 1 сентября 2020 года наши учащиеся первых и четвертых классов начали получать бесплатное горячее питание на 59 рублей из средств федерального, краевого и местного бюджетов. И на эти средства из консолидированного бюджета мы получили с 1 сентября 2020 года 29 миллионов. Растрачено чуть меньше этих средств, потому что, к сожалению, в условиях пандемии у нас были дети, которые болели ковидом, у нас классы уходили на самоизоляцию, и детей мы не кормили в это время, поэтому по факту деньги расходовались на тех детей, которые приходили. Депутаты могли задать интересующие их вопросы. Больше всего народных избранников волновало техническое оснащение пищеблоков, организация питания для детей с ограниченными возможностями и финансирование. На одной из сессий Совета муниципального образования Северский район создали специальную комиссию, целью которой стал контроль реализации питания школьников. В ее состав вошли районные депутаты. Комиссия проверила ряд школ муниципалитета. Вопрос организации питания школьников остается на контроле.